Что произошло? В Крыму раз начали подниматься в гору, как из-под земли появился, так и исчез. Инспектор. Пограничный, не пограничный, в общем, инспектор по заповедникам. И сказал, что, ребята, либо дальше в наручниках, либо идите вниз обратно, объезжайте эту всю вот гору вот так. Да. Ну, хотя бы штраф не выписал.